Привет! В эфире ваш путеводитель в поисках отличного настроения. Как провести выходные и что интересного подготовил город, расскажу прямо сейчас. Поехали! С 3 по 5 октября на главной площади города пройдет самый вкусный фестиваль восточной кухни. Поборется за звание лучшего повара в приготовлении плова. Подготовлена куча разных мастер-классов и большой концерт. А еще приготовят самую длинную шаурму в Поволжье. Начало программы в 12 дня. Отдыхаем на полную катушку. Но для начала нужно расслабиться. В субботу самарцев приглашают окунуться в мир Будды, главные символы которого – колесо сансары, колокольчики, лотос и чарующие ритмы барабанов. Мичурина, 23. Начало в 15:00. Памятный вечер в честь самого популярного хулигана всех времен и народов – Сергея Есенина – пройдет 5 октября. Прозвучат всеми любимые стихи поэта, а также гости смогут поделиться собственным творчеством через открытый микрофон. Кто знает, может, в этот вечер суждено родиться новой звезде. Ярошевского, 5, приходить к 21:00. Шестого октября в Самаре стартует первый фестиваль русской классической музыки «Седьмая симфония». Откроет фест-концерт Шостакович-Гала в филармонии в программе «Сцены из опер и соло». Начало в 18:30. На этом все. Проведите выходные ярко. Всего вам доброго. До встречи.